автомобиль Renault Fluence. Подключение и установка камер заднего вида. Штатный монитор. Активация камеры происходит включением задней передачи. Вот наша камера, которая еще не установлена, но она уже имеет разметку и показывает нам изображение на штатном мониторе. Это штатная навигация, которую можно заменить другой навигацией, управлением с тач-стекла, тач-скрина. Включаем опять. Есть. Все подключено разъем. Как вы видите, никаких абсолютно разрезов по штатной проводке. Подключается данный блок фирмы BGTrade и активируется у нас передачи